Школьникам из Коми расскажут про квантовые технологии. До конца апреля во всех школах будут проходить уроки цифры. Тема «Город будущего. Как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Узнают о квантовых криптографии, сенсорах и симуляторах ученики с 1 по 11 класса. Сам урок состоит из двух блоков учебного фильма и тренажеров для младших, средних и старших классов. Главным героем фильма становится школьник на пороге выбора будущей профессии. Вместе с учеными он знакомится с ключевыми направлениями квантовой физики и областями применения квантовых технологий. А во время прохождения игровых тренажеров учащимся предстоит решить серию заданий.